Зеркало открыло портал в место, где сейчас находится ведьма. Она находится в салоне красоты, друзья. Давайте же посмотрим, что она там делает. Смотрите, огурцы на глазах. Маникюр делает, педикюр. Кто-то подсматривает в окно? Ну-ка, я тебе сейчас покажу. Нет, не надо. Друзья, сегодня я гуляла на сказочном болоте в поисках ингредиентов для нового зелья. И я нашла избушку ведьмы. Я заглянула в окно, и вот что я там увидела. Ой, фу, какая противная старуха. Так, пора бы завестись с женихом. Ну-ка, кто у нас тут сегодня? Вот он, мой прекрасный принц. Ну-ка, где мое зелье? Она хочет заколдовать принца и пожениться на нем. Да, теперь принцу придется на мне пожениться. Лягушатус превращатус. Ведьма превратила его в маленького миленького лягушонка. Только поцелуй твоей невесты вернет тебе человеческий облик. Ну-ка, целуй же меня. Фу, как противно. Нет? Ну, у тебя будет время передумать. Много-много времени. Так, где мой милый паучок-помощник? Что? Кто-то подсматривает в окно? Ну-ка, я тебе сейчас покажу. Нет, не надо. Похоже, я в темнице. Как же болит голова. Маша, ты как туда попала? Меня заколдовала ведьма. И поместила в темницу? Да. За что же это она сделала? За то, что я посмотрела за ней, как она заколдовала принца в лягушку. Ладно, давай смотреть, как можно тебя отсюда вытащить. Давай. Что у тебя здесь есть? Пустая миска с ложкой. Смотри, чем она тебя собралась кормить? Не знаю. Ложку забираем. Что еще? Это что торчит? Кусочек бумаги. Кусочек бумаги, нужно его оттуда достать. Так, смотри, камень крепко застрял. Нужно чем-то его поддеть. Что у нас есть, Маш? У нас есть ложка. Ложка, друзья, сейчас мы ее туда засунем и выковыряем этот кирпич. Ух ты, смотри, бывший узник, очевидно, спрятал здесь кучу полезных вещей. Какая вилка. Вилка крутая. Так, что там еще? Еще рисунок змей. Рисунок змей, возможно, пригодится. Так, еще какая-то кусочек плитки. Кусочек головоломки из трех частей. Так, одна часть уже есть. Отлично, что здесь есть? Кандалы. Да, кандалы не берутся. Так, решетка. Это что за рычаги? Механизм подъема решеток. Как бы к нему дотянуться? Маш, как ты думаешь, дотянешься рукой? Думаю, нет. Не дотянешься, да, далековато. А это что за черепушка? Давай посмотрим. Ой, какие острые зубы. Угу. Точно не сможем. Чем бы дотянуться и подтянуть к себе этот скелет? Там вот какой-то, смотри, медальончик на шее. Угу. Так, идем в инвентарь. У нас же есть вилка. Вилкой можно попробовать. Ну-ка, собака, иди сюда. Вот так. Аккуратно, острейшие зубы. Какой миленький ошейник. Судя по ошейнику, у этой собачки была очень любящая хозяйка. Да. Хозяйка была любящая, да ведьма-то не очень любящая. Ну что, ошейничек мы себе заберем. Угу. Думаю, им можно будет открыть клетку. Дотянуться до механизма ты имеешь в виду? Да. Ну давай попробуем. Так, тянем. Нужно аккуратно, главное, чтобы не застряло. Да. Победа! Ура! Мы тебя вытащили из этой клетки. Получилось, но я все еще в плену у ведьмы в подвале. Нужно отсюда выбираться. Угу. Смотрите, друзья, какие-то огромные клетки, и в них сидят... Кто здесь сидит? Пленники. Пленники? А вот и хозяйка собачки. Интересно, чем она ведьме не угодила? Давай посмотрим поближе. Не получается. Давай посмотрим. Ух ты, смотри, вот этот рычажок. По-моему, он открывает клетку с этим скелетом. Спасти пленницу мне уже не удастся. Но я могу осмотреть камеру. Вдруг там есть что-то полезное. Ну, давай осмотрим. Вот и открылся секрет исчезновения победительницы конкурса красоты. Ее украла ведьма, друзья. И
видите, и заморила у себя в темнице. Ой, Маша, это что такое? Это бриллиант! В короне настоящий бриллиант! Странно, что ведьма его не забрала. Да, забираем его себе. Посмотрим, что здесь еще есть полезное. Да. Подушка. Да. Да, давненько здесь не убирались. Что тут в сумочке? В сумочке. Пудреница. Забираем. Что еще? Ух ты, еще один кусочек головоломки, да, Маш? Так, все, сумка пустая. О, оказывается, эта победительница конкурса красоты играла на скрипке. Но ее футляр заперт. Нужен специальный скрипичный ключ. У нас его нет. Плакат. Помнишь, Маш, эти плакаты были по всему городу расклеены, да? Да, помню. А смотри, что под плакатом. Еще один кусочек головоломки. Да, мы нашли третью часть. Красота! Что здесь еще есть? Давайте посмотрим, друзья. Похоже, ничего нет. Выходим отсюда. Идем дальше. Так, а это что за огромная клетка? Давай посмотрим. Лягушечка! Ой, нет! Это же заколдованный принц! Простите, ваше высочество! Принц, мы вас тоже спасем, не переживайте. Но как бы открыть эту клетку? Нужно тоже... повернуть рычаг, да? Да. Давай пойдем к рычагам. Третий рычаг сломан. Этот ручник в нерабочем состоянии. Да, нет рукоятки, нужно искать рукоятку. Хорошо, принц, мы пойдем искать рукоятку. Чтобы выйти из этого зала, нужно собрать головоломку, друзья. Сейчас мы быстренько попробуем это сделать. У нас есть три части. Или нету? Есть. Вот они, нужно их поместить в эту головоломку, а теперь собирать. Так, сейчас мы быстренько справимся, я мастер в этом деле. Угу. Еще немножко, и красного змея мы практически собрали, остался зеленый. Угу. Победа, победа! Открыли эту дверь, Маш! Ура! Теперь мы можем... пройти дальше. Наконец-то я могу выйти из подвала. А вот и зал. Смотрите, какой красивый. Ведьмы здесь нет. Можно продолжить исследование. Давайте попробуем исследовать этот зал. Что здесь есть? Аквариум. Аквариум с хищными пираньями. Здесь лягушонок. Какой-то механизм. Смотри, можно попробовать спасти этого принца. Не получается, механизм не работает. А это что, Маш? Смотри, мы нашли еще одну рукоятку. Угу. Отлично, забираем ее. Можно спасти первого принца. Давай вернемся назад и спасем лягушонка. Так, где наша ручка? Вставляем ее. Готово, можно открывать решетку. Так, открываем решетку, друзья. Что? Красота! Отлично, ваше высочество! Сейчас мы вас спасем! Да нет, друзья, не получается! Ведьма приложила много усилий, чтобы не дать принцу сбежать. Видите, она наложила какое-то заклятие. Какая-то фигурка удерживает принца и не дает нам вытащить его. Да, у статуи нет одного глаза. Огромный драгоценный камень отсутствует. Видите, нужно его поискать. Ну что, идем на поиски. Он в большом зале. Давайте посмотрим, что здесь есть. Какая-то волшебная книга. Здесь нужно собрать элементы драгоценных камней, да, чтобы ее открыть, Маша? Да, драгоценные камни из переплета разбросаны по столу. Давайте их соберем и расположим на книге. Возможно, нам удастся ее открыть. Ну что, все? Все нет, элементы готовы. Оранжевенький. Так, теперь все. Сейчас мы их расположим на книгу и откроем ее. Так, ну что, все открыто? Все? Все. Ух, смотри, лапа разжимается. Это дневник. Дневник ведьмы. Дорогой дневник, исполнение мечты близится. Процедуры в салоне красоты, мадам Тент. Акль, творятся чудеса! Я стала еще прекрасней!
Ой, Маш, смотри. Это портрет ведьмы. Заберем его себе? Заберем. Он нам пригодится. Любой принц с радостью женится на такой красотке. Я сделала себе предсвадебный подарок. Магическое зеркало. С его помощью я выберу себе жениха. Давай посмотрим. Я возмущена. Принц Алекс отказался на мне жениться. Он собрался жениться на принцессе Ирис. Не бывает этому. Видишь, ведьма возмущается, Маш. А это что за письмо? А, это она купила это магическое зеркало с глазастой рамкой. Ага, понятно, чтобы выбирать себе принцев. Забираем себе. А это что такое? Ну, это какая-то магическая печать. Здесь чего-то не хватает. И одного кристалла не хватает. Но у нас его нет, друзья. Пойдемте его поищем. Смотри, там какое-то зеркало. Может, подойдем к нему? Давай посмотрим. А это магическое зеркало, с помощью которого ведьма выбирала себе жениха. Думаю, нужно вставить вот эту картинку в глазастую рамку. Смотрите, да, глазастая рамка. Нужно подыскать подходящее изображение. Если сюда вставляешь изображение персонажа, то ты можешь его увидеть, где он сейчас. Зеркало открыло портал в место, где сейчас находится ведьма. А она находится в салоне красоты, друзья. Давайте же посмотрим, что она там делает. Смотрите, огурцы на глазах. Маникюр делает, педикюр. Да уж, зрелище не самых приятных. Ну-ка попробуем на столе у нее посмотреть, что у нее здесь, пока она нас не видит. Это что такое? Салон красоты мадам Тент-Акль. Услуги, омолаживание, маски, маникюр. Понятно, заберем себе эту бумажку. Здесь какой-то код написан от руки, видишь? Возможно, она пригодится. Так, что еще? О, ресницы. Ресницы не берутся. Ведьма не замечает открытого портала. И лучше нам не шуметь. Смотри, есть один кристалл. Да, как на печатке, вот. Так, синий кристалл. Забираем. Что еще? Так, вроде все. Пора отсюда убегать, пока ведьма нас не заметила. Так, Машунь, предлагаю пойти использовать этот кристалл. Где он был? Там, где дневник, там, где книга. Сейчас мы разместим недостающий синий кристалл. И так. Что здесь нужно делать? Поворачивать. Мне кажется, что вверху подсказочка. Смотри, Маш. Это римские цифры, мне кажется. Ты разбираешься в римских цифрах? Ну, в общем-то, да. Смотри, первая цифра 3. У нас кристаллы стоят правильно. Вторая цифра. Вторая цифра 4, наверное. 4? Вот так? Правильно? Да. Да? Да. А третья цифра 6. Да? Да. Получилось, друзья. Смотрите, сработало. По-моему, мы открыли эту печать. Так, что мы получаем? Заклятие снято. Давайте смотреть. Можно читать дневник дальше. Я не принимаю отказа. Принц никогда не женится на этой рыжей любительнице собачек. Я выйду замуж за принца, Алекса. Мой план гениален. О, Маш, смотри. Вот огромный кристалл. Глаз. Это же рубин, которого не хватало в статуе. Которая держит принца, да? Да. Забираем его. Что тут пишет ведьма дальше? Я превращу в принца в лягушку. Человеческий облик ему сможет вернуть лишь поцелуй его невесты. И только я буду рядом с ним. Ладно, пошли спасать принца, пока не поздно. Так, где наш принц? Терпите, ваше высочество. Сейчас мы вставим огромный рубин в глаз этой статуи. Возможно, мы вас спасем. Так, что тут с этими зубами? У статуи выдвинулась нижняя челюсть. Нужно заглянуть ей в рот. Давайте заглянем. И что здесь во рту? Ха, смотри, у нее даже какой-то изумрудик, украшение на зубах. Так, эти зубы можно двигать. Их, по-моему, нужно менять местами. Так, что здесь нужно делать? Челюсти не совмещаются, какие-то зубы не на своих местах. Ага, их нужно поменять местами, смотри, чтобы нижний ряд совпадал с верхним. Понимаешь или нет? Угу. Так, ну-ка, видишь, вот здесь да. В углу... Такая выемка. А вверху нарост. Вот так. Нужно, чтобы оно совпадало. Так, следующий зуб. По-моему, правильно стоит. Идем дальше. Смотрим, Маш. Так. Какой зуб следующий?
Думаю... Нет, не этот. Думаю, пятый. Нет, не этот. Так, у нас вот это... К третьему подходит пятый. Вот так вот, отлично. Так, Машунь. Ух ты! Получилось, зубы сомкнулись. Теперь нужно освободить принца из стеклянного шара. Ну, давай, принц, вылезай оттуда. Ну, как же освободить принца, не повредить это хрупкое лягушачье тело? Ну, чем бы... Слушай, а ты знаешь, что алмаз очень крепкий? Им даже можно стекло резать, Маша. Да! Знаешь? Ну, давай попробуем. Ну-ка. Так. Вырежем аккуратно дырочку. Ваше лягушачество, да? Вы свободны. Не стоит благодарности. Принц свободен, друзья. Он ускакал. Мы спасли принца. Но это не конец сказки, а только начало. А на сегодня, друзья, мы будем с вами прощаться, а продолжение будет в следующих сериях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всех люблю. Всем пока. Пока-пока.